Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, интересных людей. Уильям Хит Робинсон, английский карикатурист, иллюстратор, художник, наиболее известный своими рисунками причудливо сложных машин для достижения простых целей. Я цитирую Википедию. В Великобритании термин «изобретение Хита Робинсона» получил признание в словаре примерно в 1912 году. Он стал частью популярного языка во время Первой мировой войны. 1914-1918 годов, как описание любого излишне сложного и неправдоподобного изобретения. Устройство Хита Робинсона, в кавычках, пожалуй, чаще всего используется в отношении временных исправлений с использованием изобретательности и всего, что есть под рукой. Часто веревки и ленты или маловероятных каннибализаций. Его популярность, несомненно, была связана с дефицитом в Великобритании и необходимостью что-то делать и исправлять. Родился Ленис Роуд, Англия, Северный Лондон. Братья тоже работали иллюстраторами. В начале карьеры он иллюстрировал книгу, в том числе датские сказки Ганса Христиана Андерсена «Арабские ночи», сказки Шекспира. Был одним из ведущих иллюстраторов, выбранных Перси Брэдшоу для включения в его искусство иллюстратора 2017 года, которому каждому из 20 иллюстраторов было предоставлено отдельное портфолио. Работал консультантом в школе искусств пресса Перси Брэдшоу, где преподают живопись, рисунок и иллюстрации по переписке. Робинсон также написал и проиллюстрировал 3 детские книги «Приключения дяди Любина», «Билла Смотрителя» и «Питера Куилла в поисках друга». Дядя Любин считается началом своей карьеры в изображении маловероятных машин. Во время Первой мировой войны нарисовал большое количество карикатур, изображающих все более невероятное секретное оружие, используемое комбатантами. Изобразил американский экспедиционный корпус во Франции. Его работа была частью мероприятия живописи в художественном конкурсе на летних Олимпийских играх 1932 года. Произвел постоянный поток, как здесь написано, юмористических рисунков для журналов и рекламы. В 1934 он опубликовал сборник своих фаворитов под названием «Абсурдис», таких как «Стул для бородавок», «Простой аппарат для удаления бородавок с макушки», «Реанимация несвежих железнодорожных лепешек», да и перераспределение в стационных буфетах, мультидвигательный полосатый глушитель, который автоматически поливал водой серенаду кошек. С тех пор большинство его работ многократно переиздавалось в различных сборниках. В 1935-м Великая Западная Железная Дорога поручила ему создать серию карикатур, которую они затем опубликовали под названием «Железная дорога Рибалдри». В результате получилось 96-страничная книга в мягком переплете с чередующими полностраничными работами, с небольшими виньетками и все на соответствующие темы. Машины, которые он рисовал, часто приводились в действие паровыми котлами. Или котлами, которые нагревались свечами или спиртовыми лампами. И обычно эти лампы поддерживали лысеющие мужчины в очках и в комбинезонах. Были различные сложные шкивы, продетые нитками с узлами. Карикатуры Робинсона были настолько популярны, что в Британии термин «Хит Робинсон» используется для обозначения невероятной шаткой машины, которая не может работать непрерывно. В 1928-м ему было поручено разработать ряд детских посуды. Последним проектом, над которым Робинсон работал незадолго до своей смерти, были иллюстрации к сборнику рассказов «Лилиан Клопет. Однажды в сказке», который был опубликован в 1944 году. Одна из машин автоматического анализа, построена для Блетчи Парка во время Второй мировой войны для помощи в расшифровке немецкого трафика сообщений, была названа Хит Робинсон в его честь. Он был прямым предшественником Колоса, первого в мире программируемого цифрового электронного компьютера. В 1903-м женился на Жозефине Латти, дочери редактора газеты Джона Латти. У них было 2 детей, Джоан и Оливер. Хит Робинсон был слишком стар, чтобы вступать в Первую мировую войну, но взял 2 немецких военнопленных в свой сад, чтобы объявить перемирие. В 1929 году Хит Робинсоны вернулись в Лондон, где работали 2 его детей. Умер в сентябре 1944 года во время Второй мировой войны, похоронен на кладбище Ист-Финчли. Музей Хита Робинсона открылся в октябре 2016 года. Там почти 1000 оригинальных произведений искусства.
Музей находится в мемориальном парке Пинера, недалеко от места, где жил и работал художник. Ну вот так вот, вкратце, конечно, о английском карикатуристе, иллюстраторе, художнике, наиболее известным своими рисунками причудливо сложных машин для достижения простых целей, Уильям Хит Робинсон. Так его звали. Пока-пока, до свидания. Смотрим работу.